Подразделения ЛНР в освобожденном Северодонецке проверяют адреса, где могут находиться корректировщики или агенты украинских спецслужб. Ну, ворон ВСУ. Вот они, красавцы. Что, смотри, оружие? Да, оружие. А, печать? Хозяин этой квартиры сбежал недавно, оставил гранаты в детской комнате и ружье в диване. Это сайга. Ну, наша 310-я охотничья. Ну, судя по тому, что повернутый человек являлся военнослужащим ВСУ или является им в данный момент по адресу не проживает. Северодонецк не находится, имеет документы участника АТО, ветерана АТО. Вот он есть. Есть, касатель, да? Базы данных на офицеров всех украинских служб в ЛНР есть. Адреса проверяют и в многоквартирных домах, и в частном секторе Северодонецка. Ведется проверка адресов. Наше подразделение проводит зачистку. Работа идет по зачистке от радикальных граждан, которые ранее служили в батальонах, национальных батальонах типа Айдара, ЗОВ, правый сектор. Выявляются адреса и производится поиск этих людей для привлечения уголовной ответственности за геноцид населения Донбасса. Все военные...